Опять дайте масс бафы, пожалуйста, потому что люди умирали, блядь. Идите здесь еще. Так это, бой висит там. Ну а сдохните, на ком бой висит. Стояла лужа, вы меня не зашли. Да она вроде еще есть. Ай, за нету, где бой висит. Справочка. Че, Луя, как топ ДПС на 18 месте? Нормально. Почему? Я Саня, же говорю, залагал. Саня, ебани 50 тапа, пожалуйста. Колодец 35к нахилил. Видали, да, нахуй? Не зря. Тыкали, Саня. Если бы вы еще все тыкали, оно бы еще больше нахилил. Вот только я и тыкал, вроде. Куда надо мне похилить? Саша? А. Да, я наискал. Понял, понял, спасибо. Вот это секс нахуй, блядь. Не, заебись, что шея упала. Это прям охуенно. Особенно кольцо. Че, хилы есть кто-нибудь тут на втором да, этаже? Да все тут, Сань. Вестибюль. Столовка тут? Все тут, кроме этого. Все, пуля. Все поебать, придет. Трэша куча. Блядь. Почти бомжей, дайте. Бомжей, пошли, на пул, в столовку. Бомжей? В бомжей на пул. В тебя, вот. Сука. Тише, соведи. Я пойду спойлер, тихо. Что-то вы сегодня все такие дерзкие, пиздец. Да заебали, ебать. Ебать, 2 часа вату катали, ебать. Нет. Нет, Кирюха, про тебя я вообще ничего не говорю. Да, такой. Я не знаю, вот знаешь, я просто представляю такой момент, что мы сидим где-нибудь в компьютерном клубе всей банды, и просто Кирюха достает ствол, начинает хуярить всех. На, представляю эту хуйню, блядь. И мне просто кажется, что... Я бы просто подогнал бы Бобик нахуй на крыльцо, и, блядь, когда бы кто-то объебулил, говорил, Витя, забирай нахуй его к ебаной матери, блядь. Ну, подельника уже нашли, Витю нахуй. Мне просто кажется, что Женек быстро бы отлетел. Женек! На полу. Отходим из них. Понятно всем? Красненькая хуйня будет такая. Смотрите. Или где-то получает урон, пацаны. О, Абу-Даби. Абу-Даби? Без базара. Сам похилишь, да? Не танка, блядь. Я не знаю, нахуй. У меня пола тут нету, так что. Вон окол стоит, дамажит нахуй. Ребят, Зредный, уйди. Красный, ну похуй. Макс, алло, здрасте, мне нормально? Мне просто похуй. Ну правильно. Полезный, блядь. Тут можно с левой стороны обойти и вынять, блядь. Что, на левую сторону пойдем? Ну конечно. А что, хэма сивы? Да. Не-не-не, никаких хэм. Давай, давай попробуем. Что такое вообще там? Разочек, говорит, блядь. Обыскал на полшишечки, попробуем. Нахуй. Ну давайте тогда всех других убьем и на собрание в конце придем. Не, не надо, я и полру, блядь. Эксперименты. Один трай. Просто один трай. Сдадим, пацаны, блядь. Встаньте все в мелизону, нахуй вы там стали, блядь. Он чаржится, блядь, людей. Подойдите в мелизону. Это красота, нахуй. Все в десятку ходили, все, блядь, все знают. Бля, все, конечно, хорошо, но может мы будем отходить от этой хуйни, которую он ставит после Лёва. Вообще добивайте. Там один челик уже выносить просто искорку какой-то ебучую. Она на пол ставится искорка. Ебучие глаза. Поднимите нахуй как-то. Ебучие глаза. Ебать, у меня такой только что стол был. Плюс бой, минус бой, я охуел, ебать. Твои. Дайте вам попить, пацаны. Вы что делаете нахуй? Мне кажется, вам что-то. Вы нас не уважаете, получается? Сейчас меч упадет, ебать, проверяй, нахуй, двуручный. Тут БУЕ пропустили. Я его забираю. Саня, Саня, тут БУЕ, короче, пропустил в этом, в мобе, в первом. Зеленочка, блядь. Сейчас возьму. Какая зеленочка? БУЕ, блядь. Именно БУЕ или просто шмот с трэша? Шмот с трэша. Просто я насколько знаю, блядь, нету БУЕ. Саня в стиле бары полетел, блядь. Все пошли чекать. А хули ты снялся, дядя, ебать? Кто умрет в руне, тот пиздец.
меняюсь. Тот безвредный, блядь, или бесполезный, как я. О, отстайл, Женёк, Гацилов. Бесполезный получается. Ты наебал, получается, что ли? Там БУЕ лежит дрёника. Отводи танк, вот руну он под миликов кинул, отводи немножко. Проведи его спиной, столовочка. Он тебя реально наебал? Да он клоун ебаный на ГМе, блядь. Не, ну тут что правда, то правда, Сань. Знай свои слова, блядь. У нас люди, блядь, умирают вон в говне, понимаешь? Ока, сейчас умрешь. Руна. Бесполезно опять умирает. Урон себе вылечивает. Давай его сольем, заебал. Давай, они хипи его, короче. Я вспомнил, идите нахуй. Все, ой, блядь, все, обновление кинул. Макс, стань красную вот штуку, видишь, на полу. Ай, ну выйди из лоу. Сломанный, блядь, нахуй. Лежите, ебать, я три раза уже сбегал, нахуй. Ебать, у них хп, нахуй. Ух, ебучие глаза, какой хм, пацаны, блядь. Нормально. Ебать, у них нахуй, блядь, по трылям, нахуй, в десятке, ебать. А так там урон жапается больше, чем десятки, нет? Не. Да. Нет, поставь этого. Наведи на босса, он стоит, смотри, в этом. Поставить джипс? Да. Джипс стоит справа. Очинитесь там, реги купить. Главное бесполезно. Я даже, блядь, даже не предлагаю траить, просто, блядь, даже не предлагаю. Урон? Ну, типа, если все знают, как урон. Если не, ребят, давайте в обычке просто убьем уже трех боссов. Хуя, чем здорового сразу с пула, нахуй, блядь. Но... Если бы убили бы, блядь, этого ебучего робота с первого, там, со второго трая, можно было бы потратить, а так... Да, время было бы, ебать, сейчас уже, нахуй, время, блядь, пора спать, нахуй. Время срать, а мы не ели, блядь. Ури, блядь, не ели, нахуй, с работы. Не, ну, утюга будем траить еще. Не, утюга по-любому будем траить, и робота тоже, блядь, а вот с собранием тут есть вопросы. Нам бесполезных людей с тобой не брать, чтобы они, блядь, башкой своей думали. Как у там, Мидзукаги Приста, блядь, пердежом нахуй метку, вы потом вздыхают в метке, блядь. Да, ебать, ты же умирал тоже в метке, нахуй. Я предлагаю его нахуй не брать вообще, блядь. Когда локом, блядь, в первом КД? Да вот, на этом КД, ебать. В этой луже, в первой, блядь. Хватит это. Давайте уже по делу. Хоть пиздишь, блядь, еще он пип-код БР давал, нахуй. Алисочки вхилаете. Дайте кулак по роге. Поебал ему, блядь. Давай, рассказывай, как тут их в обычке убить. Всех надо как одновременно. Нет, просто, блядь, тут, чтобы сделать хардмод, надо маленького, среднего, большого, типа большой самый задроченный. Мы сейчас можем ебануть среднего, блядь, потом здорового, потом мелкого, или наоборот, большого, потом среднего. Среднего, большого, да, убьем. Просто, короче, типа хардмод в чем, что убить вначале мелкого, понял, блядь? И все, это включает хардмод. А если в другой последовательности убиваешь, это изи мод. Сейчас, смотри, столовка, значит, ты берешь, блядь, среднего, нахуй, на себя. Срез, ты на себя берешь здорового и малого. И малого просто контролишь, блядь. Типа там косты ему сбиваешь, стан даешь, всю хуйню. А мы понимаю. Сейчас даем скула геру, блядь, нахуй, разваливаем нахуй этого среднего, и все. Ну, я бы предложил в столовке все-таки подержать толстого. Он слишком много магического дает. Ну да. Ну, давай. Бахайся. Кирюх, тут самый большой магический урон ауешный наносит большой маш. Его первым ебут. Потому что так он бахнется на 25%. Большого, блядь, не пуху. Я, главное, не маленького, блядь. Ну, я бы вообще говорил сразу большого. Это Владик говорит, давайте среднего. Все правильно, большого надо сразу взорвать. Сейчас сразу геру, нахуй, блядь, и разрываем пидрилу, блядь. Так, тогда какого я делаю? Самое, всю хуйню, блядь. Тотем от сил природы, на хилах так же, блядь, сопроты, блядь, вся остальная хуйня. Ты на себе держишь столовка, получается, блядь, тогда здорово, а срез на себе двоих тех, так? Ну все. Да, давай так. Срез, ты тогда двоих держишь, малому косты и стан, понял, всю хуйню, на нем все работает. Все, на все бабки. Мне под круги подводить под синие? Конечно, только чтоб он в нем не стоял. Смотрите, давайте так ориентируемся. Срез танчит с левой стороны в этом кругу, вот в котором он стоит. Вот средний. Ты держишь в себе этих двух малых. А большого столовка держит, ну, с другой стороны в большом. Ну и там, соответственно, будешь под круг, под синий подводить. РДДшники, видите синий круг, сразу в него встали и даете. Там на урон увеличен на 50%. Он не в круге. Он работает же, да, еще? Не, он пропадет, по-моему, блядь. Если будет стоять... Надо скула... стоять на РНЖ. Зачем? Ну, он не будет кидать вот эту хуйню, которую... Ну, его сейчас ебанем, конечно, не будет. Все, понял.
Все, все готовы, давайте готовность чекаем. ДБМ пул даю. Так, 30 секунд. Фласочки там перепить около забочек. Сейчас жена придет. Все. Давайте. Ребята, МП5. МП5, бахните, блядь, по людям, мол. Для кого пишу? Шамана по тем, нет? Так, столовка, на большом, на пул в столовку, на большого. В тех, блядь, старайтесь не бить, чтобы не сорвать их, блядь, с танка. На пол тикает. 10. Поехали. Ташки поставишь тотем от всего природы? Бля, ну все на пол проебем просто. Я стреляю, короче. Давай. Ну, да, давай. На тоже на похуй. Забирай, забирай, отводи. Геру дали. И на все бабки этого пидора. Руна мощь. Зашли РДД в руну, хуярьте его. Да давай я подведу. Соловка, подведи так, только чтоб он в ней не стоял. Да, я в курсе же, я же это. Стоит, он баф получил. Да, не-не-не, нормально. Все, теперь нет. А чё я думаю, мы среднего, а у большого. Сказали большого. Мы хэм-мод делаем, Макс. Да, бесполезный же, ебать, чё вы нахуй. Я, конечно, всех заебал уже, это пиздец. Скорее захильте. Ебать ту Люсю нахуй. Ну, выведи его, выведи его. Все, 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 становись. Вы, блядь, нахуй это так... А, проебали. Короче, забыли сказать, что... Молния въебал. Забыли сказать, что у Брундира есть способность перегрузка. 30 тысяч 20 метров. Он не водится, когда ее кастуют. Да, и застанет нельзя. Она не сбивается, дайте, там отбегать надо. Да похуй, бьем, что, нет? БР, дай. Сразу, за... кто встает, сразу забафывайте, лок. Не надо, блядь, два БР в одного давать, вы что, гоните? Выведи его, столовка, ты чини, видишь синий круг под ногами, блядь. Саня, крикнешь там, если будет еще перезагрузка. Он далеко от нас не достанет. Да, крик. Я вообще отвел его подальше. Все, этого запиздили. Забирай среднего столба. Перегрузка, перегрузка. Отошли, отошли, подходит. Отошли, отошли быстрее. Блядь, Женьку пиздец, похую, блядь. Ебать. Жал, блядь, я нахуй в танке, блядь. Бейте у кого-нибудь, похую какого, малого бейте. Косты, ну, говорю, сбивайте, бля. Вот это станом сбивается, вихрь. Я только что пинком сбил, вроде. Какой пинаешься? Руномощь. Руномощь, ребят. Выводи. Иди. Все, все, все. Делим. Пиздец, блин. Рыло, встанешь? Не, нет, я уже встал. Рылу БР дали. Назначьте по костам какие-то ответственности. Отходим. Ушли, 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 ушли быстрее. Понял, Женю. Вообще не в теме, походу. Я тут хуйню, да? Да ты планету. А, ты же был в десятке с нами, Женек. Ребята, все свалили. Вышли. Че, в лужу, это да? Это пиздец, блядь. Че, пошли в лужу, наверное? Да, да. Выйди оттуда. Ой, что ты делаешь? Ой, это прием. В лужу зайдите. А зачем вы умираете, бля? Так, блядь, сколько лежит, ну. И что? Так, а что ты хочешь убить, чтобы все 25 были живые, блядь? Ну, заходите. О, туда, как минимум, чтобы у нас было, блядь, 4 хила хотя бы, нахуй. А не 2, блядь, точнее, полтора. Пикните пятого, блядь. Короче, если вот этого мелкого вторым убивать, то у этого среднего появится способность в конце, он будет портал ставить, там будут мобы из него выходить. И мобы взрываются по 15 тысяч, если до человека доходит, их надо всё, примораживать. Тогда хуярим большого, блядь, потом среднего. Да, вот что. Тогда будет проще, блядь, нахуй, не надо будет бегать туда-сюда. Привет, блядь. Большая просьба, блядь, не ставь боком к рейду, когда ты в синюю метку, блядь, к синей метке подводишь, не ставь боком, блядь, я бить не могу.
все остальные-то могут. Как скажешь, если не, ну, не можешь, что ты это, сказал бы сразу. Так я молчу, бля, чтобы просто издержание было. Меньше парирования и прочей хуйни будет. Уклонений, блядь. Столовка, старайся, блядь, подводить к синему кругу, чтобы милики тоже дамажили. У нас вообще, блядь, нахуй, блядь, милики не дамажат нихуя. Там получается большой фрейм, он, ну, милики не смогут так. Да смогут, все, просто... Блядь, почему у нас в десятке мы могли, блядь, тут нахуй у нас не получится. Только что пробовал ставить, я старался вокруг попасть, там это, не получалось. Каст этой лужи ебаной, это надо это... Да, а надо озвучивать. Каст лужи после себя. Лужи нету. Просто смиритесь с этим. Он кидает щит, после этого кастует руну. Но не 100%. Починитесь, кому там надо быстрее, сейчас жив через 30 секунд пропадет. Там просто рыжу набрать надо и все. Обычно эта лужа летит в руну. То есть просто смотрите внимательно на пол. Не, она влетит в самом дальнем. Типа, она в любого типа может прилететь. С нее выйти вообще не проблема. Там, блядь, дамаг нахуй 2к, блядь, дамажит. В чем нахуй проблема выбежать, блядь? Какой-нибудь сейф нахуй нажать. Ока, влою ДМК. Давайте все разбафались. 300 баф. Поставьте портал там, локи себе. У магов есть блинк, блядь. Остальные там могут выбежать, какой-то сейф нахуй нажать. Полтосик, я ебу там. Женек. Пугайте нахуй, поебать на нее. Че, все, все готовы? Это хуйня, с нее выйти, блядь, не проблема, блядь. Подождите, дайте ДБМ пул, дам, спокойно заедем. И на рака дай. Ой, блядь. Паладины, по себе кулак дайте. Стрец, отведи дальше чуть-чуть. Все, отлично. И кричи, Саня, если перегрузка будет. В лужу можете встать, я их отведу в другое место. РДДшники, смещайтесь сюда. Отводи дальше, Саня. Еще дальше. Хули ты встал, блядь, дятел? Вот, на нем бафа нет, на нас есть, все хуенно. Слип достаешь? Да, да. Еще одна появилась, если что. Да ничего, стоим, у нас пока есть. Все, смещаем. Отойди. Давай, срез прямо. Срез. Я веду, веду. Забивайте, блядь, валям. Срез, уводи. Столовка, стой же на месте, добивайте. РДД могут перейти так-то, но... Да, сейчас кормят, а нахуй они сдохнут, пусть переходят. Все правильно. Уводи туда во срез. Так, уходите, уходите. Ушли, он ушли, ушли, быстрее, отошли туда, нахуй. Женёк! Хорош, нахуй. Давай, тяни сюда, блядь, здорово, нахуй. Столовка, твой средний. Средний. Сейчас, секундочку. Таунт не... Во. На пульте, не в того, пацаны. Среднего. На пулю. Все достаем? Женёк, другого. Нет. Нет, не достаем, не рыжу. Достаем. Сейчас зеленая будет, разбирайтесь. В мою лужу идите, я переведу. Дамажьте, блядь, его, иди ДПС. Отойдите быстро, он встал. Ушли направо. Понятно, блядь.
Сейчас это, Женек покинет, пацаны. Ту-ду-ду-ду, Женек. Нет? Вышли. Бля, я там руну. Прохильте, блядь. Столовку не вижу, блядь. А чё ты не прожимайся, прохильте, блядь. Так я прожал, нахуй, зеленку и щит кинул, нахуй, и чё только мог. Ну вы... КД. Падайте, нашли, нахуй. Отойдите. А, всё. Понял, блин. Я и панцирь кинул, блядь, и... Лёд тыкнул, нахуй. Ну вы видите, что у вас холи пал, блядь. Что надо сделать? Кричать прохильте, блядь, или дать ему БР? Разнобой красиво бегут туда, пиздец. Да, надо, ну, как бы...